Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гораций. Гораций. Три брата из рода Гораций, известны в связи с историческим эпизодом, возможно, легендарным, относящимся ко времени правления третьего царя Рима Тула Гостилия. 7 век до нашей эры, о котором рассказывает Тит Ливий в первой книге своей истории. Во время правления Тула Гостилия был разрушен старинный латинский город Альба Лонга, а его население в основном депортировано в Рим. Во время сражения три брата Горация, римляне, вступили в борьбу с тремя братьями Куриациями, выступавшими на стороне Альбы Лонги. Двое из Горациев были убиты, однако третий Гораций убил всех трех Куриациев и с триумфом возвратился в Рим. Там он встретился со своей сестрой, которая оплакивала смерть своего жениха Куриация. Гораций рассердился на свою сестру и убил ее, за что Тул привлек его к суду, но после процедуры искупления вины был оправдан. Гораций является главным героем одноименной трагедии «Корнелия» на первом из классических полотен Давида «Клятва Горация». Образ однолинейно мыслящего героя отсылает нас к персонажам французской революции. Ну вот так вкратце о Горации. Пока-пока, до свидания.